Как минимум половина переселенцев, поселенных в модульные городки, не смогла встать на ноги и вести самостоятельную жизнь без волонтерской помощи. Об этом заявляют эксперты ресурсного центра помощи переселенцам по итогам своего мониторинга в местах проживания. Модульные городки были созданы в этом году в 5 регионах Украины при поддержке правительства Германии. Они стали временным пристанищем почти для 2000 вынужденных переселенцев. 52% респондентов заявили про то, что співвідношення заробітної плати, яку вони отримують, та оренди на житло не дозволяє їм виселитися з цих модульних містечок і самостійно орендувати житло. Вони чесно нам заявили про те, що навіть якщо півроку їм будуть винаймати житло, після спливу цього строку вони не зможуть самостійно далі себе забезпечувати, а також забезпечувати свої сім'ї. Большинство опрошенных переселенцев заявили, что их удовлетворяют условия проживания в модульных городках. Дискриминации со стороны местных властей и органов власти, по словам переселенцев, они здесь тоже не ощутили. И тем не менее, полноценно адаптироваться на новых местах жительства им мешает безработица. Большинство таких переселенцев относятся к социально незащищенным категориям граждан. В семьях по 2-3 несовершеннолетних ребенка трудоспособны менее половины жителей модульных городков. Многие ищут работу по несколько месяцев. Значительная часть людей, которые в течение 6 и более месяцев по-прежнему не могут найти работу. Во многом это связано с уровнем ожиданий среди переселенцев по отношению к будущей работе. Они склонны сравнивать ситуацию, в которой они находятся сейчас, с их карьерой, с их уровнем заработной платы и условиями, которые у них были в мирное время. Большинство опрошенных экспертами жителей модульных городков заявили, что для полноценного обеспечения своих семей их доход должен составлять от 4 до 8 тысяч гривен в месяц. При этом причинами отсутствия работы называют нежелание местных работодателей трудоустраивать переселенцев, а также неподходящие для их квалификации предлагаемые вакансии. Эксперты отмечают, что истинная причина может крыться в другом – психологических травмах, которые не позволяют переселенцам начать новую жизнь. У некоторых людей эксперты выявили признаки так называемой социальной инвалидности. Я підстави вважати після цього візиту і дослідження, що фактором, який спричиняє це явище, є конкуренція за гуманітарну допомогу, яка, на жаль, іноді виникає в цьому середовищі. Перше – це коли люди демонструють або сприймають як перевагу наявність у себе довідок про інвалідність, наявність у себе хвороб або власної бідності. І друга обов'язкова умова, що це все відбувається на тлі відсутності власних дій для того, щоб покращити свій стан. Большинство переселенцев из модульных городков выразили готовность работать с психологами и повышать профессиональную квалификацию. Но в этом случае важна и государственная помощь, отмечают эксперты ресурсного центра. Поскольку встать на ноги самостоятельно переселенцы в ближайшее время вряд ли смогут. Будет зависеть от многих факторов, как держава, як буде себе поводити, чи буде на законодавчому рівні щось прийнято, і так, і яким чином буде діяти міжнародна спільнота, міжнародні організації в наступному році. Першим, що є найважливішим для цього всього, це має закінчитися, власне, сам конфлікт. В ближайшие дни эксперты ресурсного центра намерены провести круглый стол с представителями общественности и государственных ведомств. Хотят привлечь их к разработке государственной стратегии работы с переселенцами из модульных городков и социально незащищенными группами людей. К сотрудничеству приглашают всех желающих.